Передача вперед на одинокого форварда. Тут силовой прием. И вперед идет уже Аверин. Аверин! Развернулся здорово. И Аверин! Бросок! Гол! Егор Аверин! Приносит Локомотиву победу. Как всех уложил. Ах, Егор Аверин, какая красивая шайба. Тут уже Кёвинен был бессилен что-либо сделать. Обыграл, обманул его Аверин, как и всю оборону новокузнецкого «Металлурга». Вот стало больше места и пространства на площадке. И, пожалуйста, Егор Аверин. И поздравляем Петра Ильича Воробьева с этой викторией.